Добрий вечір, шановні миколаївці. Ви дивитесь телеканал «Миколаїв», програму «Гаряча лінія». В студії для вас працює Віолетта Артюнян. І сьогодні у нас в гостях Олена Бардан, голова зоозахисної організації «Фенікс». Анна Куркуріна – найсильніша жінка світу, громадський діяч. А також Ельміра Глущенко – член Ради зоозахисної організації «Фенікс». І сьогодні ми будемо говорити про безпритульних тварин у місті Миколаєві, про вирішення проблем, актуальних сьогодні для нашого міста, та про зоозахисну організацію «Фенікс». Вітаю вас, шановні гості. Мабуть, перше питання в мене до вас, як до голови зоозахисної організації. Чим займається ваша організація? І які сьогодні найактуальніші проблеми для нас з вами? Наша зоозахисна громадська організація займається в першу чергу спасенням бездомних животних, які постраждали по каким-то определенным причинам. Причин, на самом деле, довольно-таки большое количество. Также мы занимаемся параллельно с этим пристройством животных. Как можно большее количество животных хотелось бы пристроить в хорошие руки, найти им дом. Параллельно с этим мы пытаемся запускать много важных проектов для города, такие как стерилизация бездомных кошек, потому что собаки очень важная тема, потому что их все замечают, но кошки не менее важная тема. Их не замечают только лишь из-за того, что они намного меньше и, как правило, всегда прячутся где-то. Плюс параллельно с этим был такой проект, как «Уроки добра», проведенный в школах, и он дальше существует все так же. Это уроки, скажем, не просто бы даже добра, это скорее уроки, как правильно и как гуманно относиться к животным, чтобы дети с детства принимали и понимали, что нужно делать в той или иной ситуации, как нужно поступать, как нужно относиться к животным. Безусловно, через детей в какой-то мере мы влияем и на взрослых, потому что ребенок это слышит, запоминает, все понимает, все прекрасно осознает, приходит и начинает продолжать мини-урок уже дома. То есть он начинает говорить все те же самые доступные, простые вещи, которые были названы детям, уже своим взрослым. Таким образом, мы помогаем обществу становиться более гуманными, влиять как-то на сознание людей, чтобы не было этого шаблонного неправильного представления, что животное это плохо, потому что кто-то так захотел. То есть мы просто помогаем гуманно, правильно решить вопрос с бездомными животными, помочь людям, у которых есть вопросы в плане домашних животных, потому что стерилизация ведется не только уличных кошек. Очень многие люди звонят по поводу стерилизации своих домашних кошек, породистых, беспородистых, это не имеет значения. Для того, чтобы просто сократить эту численность и не расплодилось такое количество животных, что потом когда-то придет время, что мы начнем бороться еще и с количеством котов на вулицях міста. Але я знаю, що люди стикаються з тим, що це по карману б'є. І багато людей, коли я питаю, ну навіщо ви не стерилізуєте тварин домашніх, недомашніх, сусідніх, вони кажуть, що це дорого просто. Скільки це коштує? І чи дійсно це для нашого населення дороговато? В какой-то мере, возможно, это и дорого для пенсионеров, соглашусь, потому что, к сожалению, их доходы не настолько велики, как хотелось бы. И, безусловно, операция не стоит 10 гривен, это понятно, да, потому что это затраты материалов. Но благодаря нашей организации, благодаря зоозащитникам, мы получаем скидку в клиниках города, с которыми мы сотрудничаем. И теперь стерилизация кошек или ну, самок стоит 300 гривен. Через нашу организацию самцы 150 гривен, кастрация, соответственно. Ну, а собаки у нас, слава богу, существует замечательное предприятие, коммунальное, центр защиты животных, которое помогает стерилизовать бездомных животных. А домашних животных можно стерилизовать своих же собак точно так же по договоренности через нашу организацию со значительной скидкой. Если на самом деле провести мини-калькуляцию, 300 гривен раз на всю жизнь, я думаю, это не самая большая сумма, которая могла бы быть в жизни, вот, по уходу за животным, в принципе. Для нас це чудове вирішення проблеми з безпритульними тваринами. А наскільки це шкідливо для тварин? Бытует очень много мнений, слухов. Люди предполагают, что почему-то стерилизация меняет психику животное. Ходит много слухов, что каждое животное должно хотя бы раз привести приплод. Почему-то после этого можно стерилизовать, а до якобы нельзя. Но это просто все мифы. Это, наверное, какой-то период или этап был в жизни ветеринарии, когда так кто-то считал. Но сейчас, слава богу, все специалисты и наши, и мировая, в принципе, практика показывает, что это абсолютно никак не влияет на психику животного. Животное становится более игривым, веселым. Я бы сказала, что, как правило, все
животные превращаются в каких-то вечных детей. Например, я могу сказать по своим животным, все, кто стерилизованы, никто из них ни разу не рожал, все они были стерилизованы еще до этого. Это просто вечные маленькие котята, дети, щенята. То есть у них беззаботная, веселая, позитивная жизнь. Им абсолютно ни к чему быть агрессивными и думать о потомстве. До речі, кажуть, що тварина має дати якісь плоди, а потім її можна стерилізувати. Чи правда це? Ну, це от те, що я тільки що говорила, да, що це слух, це міф якийсь придуманий людьми. Це неправда, це просто люди так захотели, так проще и так интереснее думать. Потому что человек, если допустил уже и животное родило, каждый, как правило, себя просто таким образом оправдывает. Говорит, ну, один раз все равно надо, чтобы родила. Вот родила, вот в следующий раз я обязательно простерилизую. Проходит этот следующий раз, после следующий, после следующий. Каждый раз, ну, это, знаете, как в жизни совсем. Всегда чему-то человек ищет объяснение, причины, почему не сделал, почему не смог. Не нужно искать причины, объяснения, нужно просто все вовремя делать, и не будет проблем ни у животных, ни у людей. Так, это доказано уже ни один, ни второй, не третий год, это уже довольно-таки длительная, долгая практика. Мы сами видим по своим животным, по своим подопечным. Сьогодні у нас в гостях також є колега, пані Олена, це пані Ельміра. Розкажіть, будь ласка, які у нас нагальні питання у місті, хто їх вирішує насамперед? І чому зоозахисників вважають як найагресивнішу організацію в місті? Ну, сейчас очень остро стоит, на сегодняшний момент очень остро стоит вопрос с бездомными собаками на улицах Николаева. В этом году заканчивается программа, которая была принята в 2012 году городским советом, программа по уменьшению численности бездомных животных на улицах Николаева. Она заканчивается в этом году. То есть на пороге у нас 2018 год, и нужно принимать новую программу. Сейчас вот сегодня, например, городская сессия, мы знаем, что, значит, на городской сессии сегодня должен был бы вынесен вопрос об изменении существующей, о внесении изменений уже в существующую программу. То есть мы не можем понять, существующая программа, которая сейчас действует в Николаеве, это программа ОСВ, так называемая. Это отлов, стерилизация и выпуск. Это гуманное уменьшение количества бездомных животных. Программа работает, программа показала уже свои позитивные, положительные моменты. Подсчет показал, что количество собак бездомных уменьшается на улицах. Поэтому нам непонятно, почему городские власти сейчас решили внести, когда заканчивается 2017 год, 4 месяца до конца года, решили внести изменения в программу и ввести такое понятие, как эвтаназия. Как сказал один чиновник из городских властей, что эвтаназия – это гуманная смерть. Ну как можно назвать гуманностью то, что если будет усыплено здоровое животное? Мы понимаем, что гуманная смерть – это тогда, когда животное мучается. Закон предусматривает эвтаназию, но только с тем животным, которые страждают, которые мучаются от неизлечимых болезней и так далее. Но если животное здоровое, вполне здоровый, мы проживет еще много, еще проживет еще какой-то период времени. Зачем его гуманно усыплять? Разве может быть гуманная смерть по отношению к здоровому животному? Нет. Так вот, сейчас самый активный вопрос муссируется среди зоозащитников и среди сторонников другой позиции, что нужно сделать, что нужно вести программу не гуманного уменьшения, а эвтаназии. Мы против такой программы. Мы сейчас все говорим о том, что мы идем в Европу, мы хотим быть гуманными, Украина – это член Европы, это составляющая часть Европы. Вся Европа работает на принципе ОСВ. Отлов, стерилизация, выпуск. Гуманное уменьшение, постепенное уменьшение численности животных. Почему говорят, что зоозащитники агрессивны? Мы не агрессивны. Мы совершенно не агрессивны. Мы любим как людей, так и любим животных. Мы понимаем, что мы отлично понимаем, что собак на улицах не должно быть. Мы тоже понимаем, что это неправильно, когда бегают стаи бездомных собак. Но мы говорим, что следствие этого, причина этого, кто стал? Человек. Человек стал причиной того, что расплодилось так много животных на улице. Поэтому человек и обязан сделать так, чтобы их не было на улице, но гуманным путем. От, до речі, сьогодні у нас в гостях є не лише найсильніша жінка світу, не лише абсолютний чемпіон з жиму лежачі, але і за професією біолог. Це Анна Куркуріна, яка подорожує світом постійно. Тому я хочу дізнатися вашу думку. Досвід Європи, ви постійно подорожуєте, ви бачите, як живе Європа. Чи є така кількість безпритульних тварин на вулицях
Наприклад, там Німеччини, Польщі і так далі. Ви знаєте, да, дорогий мій, любимий город, такий парадокс, да, я хоча і спортсмен, путешествую, я не по магазинам хожу, не лежу на пляжах, я дійсно, ну, фанат животних. І коли я приїжджаю, мене зустрічають мої там поклонники, я їх єдине, що прошу, розказати мені, як судьба животних. Один із прикладів. А я всі відеоблоги, посмотрите мої, я показую, як животні живуть. Приклад, Шрі-Ланка. Посмотрите мои видео. Все собаки бездомные, бегают и улыбаются. Я спрашиваю хозяина отеля, я не могу понять, они у вас такие, ну, причудливые, что с ними, почему они все время улыбаются? Она говорит, Ань, раньше, когда у нас была война с Индией, было жестокое отношение и к людям, и к животным. Но мы буддисты, 70% населения буддистов против смерти и против насилия. Животные все стерилизуются. Они лечатся за государственные деньги. Поэтому животные все, смотрите, не просто не стерилизуются и кормятся. У населения, раз они буддисты, нет ни одного жестокого обращения к собаке. Если собаку никто не обижал, ну, люди, ну, будьте, ну, справедливы. Если собаку или кота никто не обидит, она не будет злобна. И они все бегают за мной. Я ей сказала там слово «жучка, пойдем со мной». И она целый день со мной бегает. Почему? Потому что она приняла меня временно сегодня за хозяйку, и она просто счастлива, что у нее временно есть хозяин. Менталитет відрізняється навіть у собак. А теперь обратите, почему я сказала Шри-Ланка? Ну, одна из беднейших стран, извините меня. И я стою и чуть ли не рыдаю. Почему люди так живут за копейки, и почему они нашли выход из создавшегося положения? На дня, ну, недавно я приехала с Польши, у меня там ДЦПшный ребенок начал ходить, и в благодарность он захотел меня видеть живьем, ну, своего спасителя. Опять же, я приезжаю, говорю, это все хорошо, покажите мне животных. Говорит, Ань, ты не представляешь, Польша, да недалеко от нас, сосед. Не дай бог, вот эта моя соседка сейчас увидит, что у меня у кота шерсть не так торчит, она звонит в полицию и говорит, что соседка с такой-то квартиры плохо обращается с животным. Приезжает полиция, изымает животное, и на меня заводит уголовное дело. Я вам просто хочу сказать, что проблема это все. Вы хотите по низости, я считаю, человек свой хочет свои проблемы переложить на животных. Мы виноваты в том, что животное злое, мы виноваты, что они бесконтрольно размножаются. И я просто прошу город подумать о том, что должно быть наказание к людям. Наказание, если вы хотите иметь животное, заплатите в городу или что-то в казну деньги. Ну, как за границей. Я хочу иметь животное, я прихожу в приют, покупаю $100, 500, 1000, я серьезно. Я спрашиваю Норвегию, говорит, как, $1000 я в приюте покупаю кота обычного, потому что государство знает, я его никогда не выкину, и я отчитываюсь за то, что это животное живет в хороших условиях, понимаете? А она захотел, взял, захотел, выкинул. Необходимы штрафы, необходимо, чтобы животное, люди, которые содержат животных, платили какую-то сумму, да, эта сумма шла на на бездомных животных, временное их содержание. То есть это все должно быть гуманное. Смотрите, мы все хотим идти в Евросоюз, да? Мы все хотим, и зоозащитники, и вы, кто меня сейчас смотрите, чтобы животных бездомных не было. Но есть два пути. Один путь уже прошла Европа, мы же в Евросоюз идем. Это путь стерилизации. А второй путь, почему-то наши депутаты или наши, я не знаю кто, я биолог, я знаю, что если животное видит, что пустой ареал жизни, оно начинает размножаться быстрее. Это закон, выше закона не прыгнешь. Вы сейчас изымите всех животных, вы всех не изымите, дикие собаки останутся. Они смотрят, что ареал свободен и начинают вместо одного щенка уже рождать 12-14. Угу. Люди, давайте не будем себя загонять до головы яму. И самое главное хочу сказать, это деньги. Мы же сейчас все говорим, страна плохо живет. Давайте поговорим о деньгах. Для того, чтобы убить гуманно, как-то эвтаназию животного, сделать одного, необходимо потратить 4703 гривны. Это животное должно быть словлено гуманным путем. 2 месяца находиться в приюте, которого в городе нет, городского приюта. Нет, вернее, есть на 150 собак. Uh-huh. А собак 5000 в городе. Оно из этого должно кормиться, поиться, стерилизоваться, и только через 2 месяца его усыпляют. 4700. Что такое стерилизация животного? Изымают, в течение 10 дней его стерилизуют, это будет стоить 1000 гривен. Я в деньгах плохо понимаю, или городские власти хотят закопать наши с вами деньги, играя на ваших чувствах. Не надо бездомных животных, не надо. Отлистали наши с вами деньги и закопали их в землю. А через они изымут этих животных, через месяца 3-4 их станет 10 раз больше. Вы издеваетесь? У вас лишние деньги? Так положите их в асфальт, дайте их нашим бабушкам, дайте нашим детям. Вы что издеваетесь над городом? Дякую. Дуже така промова. Я думаю, що люди задумаються про те, що ви говорите. І
Анна Іванівна, ви як біолог за професією, чи правда, що після стерилізації тварини живуть довше? Так, ви знаєте, є думка така. Ви коли от мені такі питання задають, і то же саме там по ліченню людей, ви знаєте, настільки багато мнений, і всі вони, знаєте, откуда беруться? З інтернету. Какой-то Пупкін сидить. Ну, а по-другому не скажет. И выпускает видеоролики, другой, третий. А человек, ну, неграмотный, которому тяжело почитать научную литературу, сидит, рот открыл и смотрит. А, вот тот сказал. Люди, давайте, есть наука, есть научные статьи, а есть, извините, то, что человек придумывает. До нас уже придумали. Знаете, мы все время хотим создать велосипед товарища. Его уже давно создали. Самое гуманное – это стерилизация. Стерилизация не ведет ни к уменьшению жизни. Угу. Оно ведет к улучшению жизни. Животное не нервное, животное спокойное. Кормите его нормально, оно не будет жиреть, оно не будет умирать от жира. Ну, когда животное стерилизуется, это влияет на его гормональный фон. Угу. Просто читайте литературу, советуйтесь с специалистами, и животное проживет дольше, чем вам хотелось бы. Дякую, дякую вам. Пані Олена, я знаю, що вам є що сказати. Я хочу, щоб ви детальніше розповіли про програми ЖКГ. Так, у нас є програма від ЖКГ і від міської ради, якщо я не помиляюсь. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. У нас зараз город розділився, скажімо так, на дві сторони. Одна сторона, як вже сказала Ельміра, це за гуманну смерть, за вбивство гуманним путем. А вторая сторона, то есть зоозащитники и просто активные общественные деятели, просто люди, которые имеют позицию, которые понимают, что убивая ничего не меняется, они за отлов, стерилизацию, выпуск. Возможно, параллельно с этим никто не отменяет пристройство, естественно. То есть выпуск – это, скажем так, как финальная точка в случае, если животное не пристроилось. Безусловно, если это животное находит за этот период 10 дней, пока пребывает на карантине, передержки после стерилизации, естественно, если находит дом, безусловно, его коммунальное предприятие будет пристраивать, это в наших же интересах тоже, то есть никто не будет препятствовать тому, чтобы собаку забрал житель города себе домой. В чем суть программы, если коротко? Наша программа предусматривает, программа зоозащитников и людей небезразличных предусматривает то, что теперь, почему сейчас такое количество животных? Только лишь потому, что большое количество животных выбрасывается самими же хозяевами, потенциальными любителями якобы животных, которые увидели щенка, он был красивый, милый, пушистый, понравился, его забрали, любили 3 дня. А потом перелюбили на четвертый, ну, начали любить нового, этого выкинули, и так вот по кругу это может продолжаться вечно. Або знаете, как кажут, пока он маленький, он такой классный, а потом он вырастает, и все, он доросла тварина, и она никому не потребна просто. Безусловно, то есть вот есть период животных, у животных, когда они просто милые, и они влюбляют в себя всех, даже тех, кто особо и не относится к ним фанатично. Естественно, это животное, которое выбрасывается на улицу, оно не находит, скорее всего, себе ни варианта пропитания, ни места обитания, ни укрытия, ничего. Потому что животное было в тепличных условиях фактически. То есть оно жило дома, его кормили по расписанию, поили, любили, чухали, все было хорошо. И тут хоп, резко улица. То есть животное пребывает в состоянии стресса, шока. Естественно, потом это же животное, когда вырастает, начинается период, когда животное уже начинает приносить приплод. Естественно, этот приплод остается точно так же на улице. Таким образом, один выкинутый щеночек, когда-то там, 5 лет назад, сейчас сделал на улицах города 200-300 собак. Угу. Если бы такой щеночек был один, было бы замечательно, мы бы как-то это уже решили и как-то бы с этой проблемой справились. Так таких же щеночков на самом деле тысячи, и не только щеночков, и котят их выбрасывают в огромном количестве. Многие люди делают еще второй вариант. Если не выбрасывают сами лично своего щеночка, они несут так называемым хорошим, добрым женщинам, которые стоят на всех стихийных рынках и за деньги, ну, от доброты своей душевной, за большие деньги пристраивают этих животных. Но на самом деле эти женщины просто таким образом создают черный бизнес, который помогает им неплохо зарабатывать, довольно-таки неплохо зарабатывать еженедельно, ежедневно. И при этом эти животные точно так же попадают на улицу, просто выкидываются в лучшем случае. В худшем случае они их завозят куда-то подальше, с глаз долой и сердце вон, подальше, в коробочках, пакуют их и выбрасывают за территорию города. Или просто выбрасывают их в посадки, в парки, в леса, то есть туда, где однозначно рано или поздно эти собаки превратятся в большую стаю, они вырастают, они становятся стаей, они начинают размножаться, и опять по кругу, то есть вся та же история начинается заново. Поэтому что хотим мы? В первую очередь это
Контроль не жесткий даже, я бы, наверное, сказала, просто такой, который он должен быть. Контроль домашних животных. То, что должно быть у нас в городе, но его почему-то нет. Регистрация, обязательная регистрация своих животных. Чипирование. То есть, да, чтобы животное было, скажем так, со своим идентификационным кодом. Как у людей есть идентификационный код, так и у животного будет свой код. Плюс это, во-первых, поможет хозяину в дальнейшем, в случае, если собака потеряется, он может найти собаку. Если собаку кто-то находит, этот чип сканируется, потом животное находится. Параллельно с этим хотелось бы еще обозначить, что контроль домашних животных, регистрация домашних животных, активная стерилизация бездомных животных. Если же жители города еще и согласятся нам помочь и будут стерилизовать своих домашних животных, а не выбрасывать щенков, это будет только лишь в помощь и в большой плюс. Естественно, мы хотели бы настоять на этом, что стерилизация важна как для бездомных, так и для домашних. Просто, к сожалению, в рамках закона не то чтобы заставить, а настоять на стерилизации домашних животных мы, увы, не можем. Мы можем только рекомендовать, просить, советовать. Но, возможно, люди не хотят стерилизовать, потому что думают, что это стоит миллионы. Угу. Может быть, со временем люди начнут менять свое мировоззрение и по-другому к этому относиться. То есть самый главный пункт – это регистрация домашних животных, контроль за домашними животными, стерилизация бездомных животных. Параллельно с этим истребление, вот просто чтобы их не существовало, вот этих стихийных рынков, где добрые женщины за деньги пристраивают животных, потому что эти женщины пристраивают в лучшем случае 5% из 100, все остальные животные попадают на улицу. Тот же рынок «Колос» и прочие. Все, вот то есть самые главные пункты – это регистрация, стерилизация бездомных, стерилизация, возможно, домашних. Куда звертатись? Для того, чтобы простерилизовать бездомных животных, если это собаки конкретно, у нас есть, как я уже говорила, коммунальное предприятие «Центр защиты животных». Они на бесплатной основе стерилизуют всех бездомных собак нашего города. Можно позвонить по номеру... Наши 15... собак. Да, они стерилизуют исключительно собак. Это, да, очень важный пункт, потому что очень часто люди ошибаются, думают, что котов тоже. Они приезжают сами, они отлавливают этих собак, они их забирают к себе на КП, Центр защиты животных, стерилизуют, передерживают и после этого возвращают точно так же в ареал обитания. Если же находится параллельно с этим хозяин, тогда пристраивают уже в дом. Что еще вариант? Ну, нужно позвонить в коммунальное предприятие Центр защиты животных. Это заявку можно оставить по номеру 1588 в департаменте, либо же на сайте коммунального предприятия Центра защиты животных можно найти номера диспетчера, оставить заявку. Для этого ничего не нужно, там много информации особо, просто адрес, где находятся животные, количество примерное, а я думаю, что люди, в принципе, всегда плюс-минус ориентируются в цифрах, и, естественно, там количество, вот, когда они чаще всего находятся во дворе, там сказать примерные временные рамки. Чтобы стерилизовать кошек, если это домашние, бездомные, не имеет значения, для стерилизации кошек и котов можно обратиться к зоозащитной общественной организации, которые помогут со скидкой через клиники, с которыми мы сотрудничаем, стерилизовать животное. Это самый оптимальный и самый, наверное, выгодный пакет. Где найти вариант. Телефоны, просто они спрашивают, зоозащитная организация. Мы можем предоставить свои номера. Давайте номер телефона, скажите нашим глядачам, куда телефонувати. Я поняла, мой номер телефона для того, чтобы позвонить и записаться на стерилизацию, 093-303-50-60. Просто звоните, говорите, что вот услышала о стерилизации, о том, что есть льготная скидочная цена, хотела бы узнать, когда и куда можно подойти. И мы уже выберем соответствующий район, время, условия, которые вам там необходимы, там в пятницу после обеда или до обеда, там у каждого свои какие-то нюансы в плане работы. Ми знайдемо оптимальний для вас варіант, запишемо і буде. Дякую. Хорошо і вам, і кошкам, і нам. Пані Ельміра, як змінилась чисельність безпритульних тварин в місті Миколаєві за минулий рік? Ну, подсчет был в прошлом году, официальный подсчет был собак вот около 7 тысяч, я не помню, то 7 с чем-то, да, было? 7400, да. Сейчас количество стало... 4899. Почти 5 тисяч. То есть на 2 тисячі уменьшилось количество собак. А якщо б всі були свідомими, то змінилось би і набагато більше. Ну, где-то, да. ну в історії где-то 3-4 роки треба, ну вже ж не тільки ми такі умні. Тобто через багато міста через це проходили. Але 3-4 роки – це нашої плідної праці.
Конечно. Да, конечно, а совместно. Если как бы, заработает программа ту, которую мы сейчас пытаемся, чтобы ее приняли на 2018-2022 год, и если люди будут поступать так, как рассказала Лена, работать будет активно КП, если его будут финансировать вовремя, выделять деньги для этих целей, люди перестанут выбрасывать своих собак, стерилизовать домашних собак, то мы можем справиться с этой проблемой в течение 3-4 лет. Это уже доказана практика, не только наша. Наша практика, это мы не можем сейчас сказать, потому что они все равно у нас есть, но практика и других городов, и других стран, это вполне возможно. І справитися з цією проблемою. Шановні мої гості, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні були з нами, що ви розказали, як вирішити сьогоднішні проблеми. Я вважаю, що вирішувати треба, починаючи від нас з вами. Бо лише наша свідомість, лише наше розуміння, що тварини наші домашні – це повноцінні члени сім'ї, це змінить усе в нашій країні. Я дякую вам, я бажаю вам успіхів у подальшій вашій праці. Успіхів і процвітання нашому місту, щоб ми могли їм гордитися. Так, я це бажаю. Я нагадаю, здраво мислі нашому городу. Я нагадаю, що сьогодні в мене в гостях була Ельміра Галущенко, член Ради зоозахисної організації «Фенікс», Анна Куркуріна, найсильніша жінка світу, громадський діяч, біолог і дуже-дуже багато чого ще цікавого цієї жінки є, та Олена Бардан, голова зоозахисної організації «Фенікс». Сьогодні з вами була я, Віолетта Рутюнян, дивіться телеканал «Миколаїв». До зустрічі!